Це ефір телеканалу Абос ТВ. У нас в гостях Павло Шинько. Ми говоримо про музичну премію «Юна». Павло, от все ж таки ще раз хочу заакцентувати увагу наших глядачів на тому, що все ті, хто претендує на цю премію, так з виконавців, вони мали найбільшу кількість ротацій в ефірі українських радіостанцій і телеканалів за минулий 17 рік. Так? Но не обязательно наибольшее количество, что они ротировались. Не обязательно, чтобы песня имела там миллион ротаций, поэтому никто ж не выбирает по количеству ротаций. Угу. Просто это тот список, который позволяет членам жюри спокойнее вспомнить год, кого-то не забыть и составить свою пятерку. Так происходит первый этап голосования, потом все отправляют члены жюри свои голоса в компанию Deloitte, которая аудирует это все, и потом мы оглашаем номинации. Вот сюжет, который вы показывали, это было оглашение пятерок. Потом второй этап происходит, когда из этих пятерок уже нужно выбирать каждому члену жюри самого лучшего. Но вот просто у меня уже... питание вот выникает. Я не бачу тут таких имен, там, ну, всем видно. Той самой океанелизы. Да. Почему? Почему нет? Да. Но все просто по той же причине. Значит, гласит, они в течение года не выпустили трека, который ротировался. Они гастролировали много, но они не выпускали ничего. И это нормальный абсолютно подход, скажем, международный. На Грэмми тоже. Почему Маккартни не номинируется? Он же жив. Почему он не номинируется? Потому что он в этом году ничего не выпускал. То есть это нормально. Премия происходит по итогам года. Не потому, что ты величина. Океан Эльзы у нас повыигрывали все, что только можно. Там они у нас лидеры по количеству статуэток за всю историю премии «Юна». Но в этом году они ничего не выпустили, поэтому они теоретически не могли быть номинированы. А той факт, что тут так богато, например, для нас неведомых имен, про что свидетельствует? Что у нас действительно какой-то такой выбух в шоу-бизнесе украинском? Богато новых имен появилось реально? Да, движение идет, и это очень радует. То есть у нас есть просто такой действительно очень определился сильный топ. Есть там, которые там чуть-чуть ниже. Есть очень много молодых, которые в перспективе могут выскочить. Но вот смотрите, давайте даже вспомним там 2013 год, когда на открытие года была номинирована группа «Хардкисс», которую тогда знали только люди, профессионалы, которые бывали на их закрытых каких-то маленьких концертах. Mm-hmm. Вот, и все такие, кто это, что, и где сейчас «Хардкисс», да, или там точно такой же пример с «Анукой». Монатик делал свои там первые шаги, когда он выступал на 4 июня. А сейчас где Монатик? Время истекло, когда на 3 июня выступали вместе с Потапом. Это их было первое только из-за того, что Потап, они еще не были даже тогда номинированы, но вот они выступали, у них был первый шанс выступить на такой сцене, на такой премии. И сейчас где время истекло? То есть, видите, порой на тот момент молодые, если мы открутим это время, они тогда начинающие, а теперь они рулят не только в Украине, но и в других там странах, где их любят. Среди всех номинантов, которые тут есть, я считаю, что от, ну, с певною долей иронии кажу, але серьезный претендент на имя Степан, прізвище Вулкан, с песней «Ненавижу Укравтодор». Я думаю, что за него будут голосовать самые идейные. Давайте забудем референс-лист. Вы сильно на нем концентрируетесь. Это все, кто попал. Из них уже, если бы он попал в номинанты, я бы понимал этот разговор. Я сейчас не понимаю, зачем мы цепляемся за то, что... Их тут не так много, их тут только 45 персонажей. Окей, я не понимаю. Ми пообіцяли, що Марина розпитає про Євробачення. Давай, Марин, дізнавайся інсайти, а ми зробимо гучний заголовок. Добре, дуже цікаво, на вашу думку, хто має перемогти на Євробаченні, якщо він буде приймати участь від України? В кого є найбільші шанси? Ну, я считаю, что логичнее всего, чтобы выиграла Таяна, потому что... Я сгидна. Я дуже люблю. Я не говорю именно с точки зрения музыкального материала, потому что Бадоев единственный из тех продюсеров, которые там есть, и он обеспечит ей поездку в Португалию. Чтобы вы понимали, чтобы поехать на Евровидение, ну, с учетом всего, проживания, перелетов, пиара, материалов, вечерины, которые нужно организовывать, это суммы, ну, которые там... В худшем случае от 100-150 тысяч долларов начинается и выше. Поэтому если выиграет, ну там Аторвальду, скажем, повезло и не повезло потом, потому что это было в Украине, тут ехать никуда не надо, тут только костюмы, постановка. И додому можно запросить потом на автопати, совершенно а верно, приготує... да. Вечеринку можно делать дома, а не в каком-нибудь дорогом португальском клубе, где нужно выложить там невероятное количество денег. Поэтому с этой точки зрения это было бы логично. А с точки зрения творчести? А, ну надо ж услышать, там же ж они все новые песни будут предлагать, я ж не знаю. Мене слухає Таяна. Ну, Таяна взагалі, її творчість. Нет, ну у Таяны очень качественный продукт, она очень быстро поднимается. Бадоев невероятно опытный, не только уже клипмейкер, но и продюсер. Да. Поэтому я уверен, что это будет качественно. Я, честно говоря, не слышал. Я знаю, что вроде выложили у меня же, да, уже с какой песни она пойдет, но я еще ее не послушал.
А от даремно ви скромничаєте, Павло, тому що ми ж то знаємо, що цього року на Євробаченні ви теж мали неабияку причетність до організації і теж спостерігалися в павільйоні. І таке враження, що все музичне, що відбувається в цій країні, якось так от причетне до Павла Шелька. Ми поговоримо про це буквально за пару хвилин.